Причиной сразу четырех ДТП стал пьяный водитель в Киеве. Сначала нарушитель протаранил автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком, затем влетел в еще одну машину. Через несколько кварталов на скорости снес забор. И только после очередного четвертого столкновения припарковал авто на встречной полосе и пустился в бега. Полицейским вместе с прохожими удалось догнать водителя. В его крови после теста обнаружено почти 2,3 промилле алкоголя. Это приблизительно бутылка водки. А ну расскажи мне, где ты работаешь? Нигде. Еще работа. Да харату у меня, дети есть? Есть. Ребенку 7 лет.